Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. У России есть только два союзника – армия и флот. Верим в вас, ребята. Вы защищаете правду, работаете, братья. Мы – часть могучего, сильного народа России. Севастополь – город русских моряков. Дагестан, Орловская область, принимая эстафету. Россия – это мы! –